На трех языках – русском, чувашском и немецком – приветствовали сегодня тех, кто пришел на открытие фестиваля «Дни Германии в Чувашии». Торжественная церемония по традиции прошла в Чувашском педагогическом университете. Здесь же состоялось и награждение победителей всех конкурсов, приуроченных к Дням Германии. Задолго до начала фестиваля школьники и студенты республики показывали свои знания на Олимпиаде по немецкому языку, участвовали в конкурсах видеоклипов и фотографий. Кстати, в последнем одним из победителей стал первоклассник из Чебоксар. В этом году особенно много работ было прислано на конкурс поэтического перевода. Не только студенты, все желающие, они должны были переводить немецкое стихотворение на русский язык. Это очень популярный конкурс, самый популярный у нас. И у нас больше 30 переводов для одного стихотворения, да, и все переводы разные. И этот конкурс на очень высоком уровне в этом году. Поэтому очень сложно было решать, кто победитель. Организаторы планируют выпустить сборник переводов, присланных на этот конкурс. Победители сегодня получали награды из рук регионального представителя посольства Германии в России Дианы Хустер. Фрау Хустер специально приехала в Чувашию, чтобы поздравить всех любителей немецкого языка с праздником. В ее планах также посещение школ и вузов, проведение ряда рабочих встреч с официальными лицами республики. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.